Надо ставить, но для начала закрепить вот в эту сторону, чтобы было плотнее. И потом можем вставлять. Вот так вставилось, только падает, надо еще подскрепить. Вот и все. Кстати, в коллекции есть сзади вот такая дырочка. В эту дырочку вставляется вот это. Ну и она держится на подставке. Всем пока! Лайки!